городок погулять Лас Каталинас. Игорь нам сказал, что это аутентичный городок в испанском стиле. А потом заскочим уже на пляж Ла Фламинго. Приехали в городок, тут идет полным ходом строительство. Сейчас начинаем наш маршрут движения. С погодой чуть-чуть не повезло, идет дождик. Вот экскурсии на ТВ-шках. И пока мы идем к городу, давайте я вам расскажу, что же такое Лас Каталинас. Это эксклюзивный частный курорт, построенный в 2006 году на берегу Тихого океана провинции Гуанакасте на северо-западе Коста-Рики. Цель постройки этого города-курорта состояла в том, чтобы создать компактный, свободный от автомобилей и полностью пешеходный курорт, основанный на принципах нового урбанизма и интеграции с природой. Лас Каталинас был основан бизнесменом Чарльзом Брюером, а планирование в основном выполнено Дугласом Дуани, профессором школы архитектуры при университете в Нотр-Дам. Этот частный курорт получил международное признание за свою атмосферу маленького городка, аутентичную костариканскую культуру и пейзажи. Курорт предлагает проживание в отелях, виллах и апартаментах. Его архитектура была вдохновлена колониальными городами Латинской Америки, а также средиземноморскими холмами и прибрежными городами. В городе насчитывается около 35 километров пешеходных беговых дорожек. Приблизительно 400 гектар в настоящее время являются естественным лесным заповедником. Здесь обитает разнообразная местная флора и фауна, в том числе многочисленные виды птиц, обезьян, ревунов, игуан и остальных диких животных. Вот такой вот вид на джунгли, на горы. Игорь говорит, что это больше итальянский стиль, чем испанский. Продолжаем снимать. Подошел охранник, сказал, что на камеру нельзя снимать. Можно делать только фотографии, на камеру снимать нельзя. Ну, я чуть-чуть поснимаю тогда на телефон. Это местный парк здесь такой? КПшка тут вот, старайся. Здесь вот сразу такой пляж. Но сегодня погода немножко пасмурна. И дождик, и море немножко волнуется. Корни как будто в виде лестницы сделаны. Только фоткаться на телефон. Что, ты катаешься уже на этом? Настю раскатали, она катается на качеле среди деревьев на берегу океана. Лиза взяла Игоря и отвела его на море. Вот здесь вот на дереве такой дружбан сидит. Крабик разноцветный отдыхает. Он живой вообще? А, да, смотри, раз, двигался. Но не боится, эти мелкие крабы, что вчера по берегу шли, они так бегают, как эти, как мыши. Мы решили спуститься немножко ниже качели. Здесь лодочки, падлборды, кафешечки.
И здесь вот такой вот тренажерный зал из дерева. А что, он закрыт, что ли? Только для жителей. Только для жителей. Прикольно, да, сделали? Ага. Чисто из дерева, 20 баллов, и здесь сколько. С красивым видом на море. Так, мы немножко покатались на качельках. Идем дальше. Вот эти вот кактусики или что это? А это вообще, смотри, какое, что это, как пальма, но уже что-то срезанное. Но виллы здесь, конечно, прикольные. По дороге в изумрудный город. Да. Или белым? Ну, здесь белым камешком, да. А здесь прикольная, смотри, какая территория. Ну, идем посмотрим, что здесь тоже такая... Беседочка. Да, да. Местечко для отдыха, да, такое. А людей много на пляже? Что? Растение какое-то пустили сюда. На стену. Смотри, бананы, Эдик. Бананчики растут, да. Бананы, Настя, смотри. Потрогай, какое она сладкое. Какое? Сладкое. Дорожечка такая между домов. Это что, гонг? Это все гостиницы, но застраивается как под город. Продолжаем прогулку по городку. Ты, Андрей, как думаешь, это в каком стиле? В испанском или в итальянском построено? Давай мы тебя потащим здесь, чтобы пошли. А мы будем гулять. Ну все, тогда вместе гуляем. Такие цветочки, да? А мы в парке. Самое интересное, что у нас нет ни воды, ни головных убор. Какие какие-то растения растут вообще? Здесь как площадь такая, домики, гостиницы. А смотри, там какое-то здание вот интересное, туда можно пройти. Смотри, туда, там не важно, туда, туда, вокруг обойдем. Вот этот цветок, он с тобой летал, помнишь? Какой цветок? Ну, лежал вот при входе, помнишь это? Вот как будто листик, а не листик, да? Кондиционер с собой мы не можем, или вентилятор. А здесь нет прохода, это просто как дворик. Игорь. Ух ты, какой водопад, это фонтан классный, да? Игорь. Да, Игорь. Вот ты. Вау! Смотри. Только одну ногу можно у него помыть. Девушки не получается. И налево пойдем. Налево, налево. Не, крутяцкий, конечно, городок. Надо посмотреть, сколько интересно стоит здесь жилье.
А растения вообще какие хочешь? Что это вообще за деревья? Это прям как будто выходишь к администрации. Прикинь, сад прикольный, качель. И мостовая выкладывается из этих маленьких камешков. Ну да. Оказался в Европе, находясь в Коста-Рике, да? Мы сейчас где-то или уже в Греции где-то как будто, да, находимся? Остров Санторини. Санторини, да, наверное. А там название даже отеля одного, Санторини. Нравится тебе, Эдвард? Да, мне нравится. Не зря приперлись сюда? Не очень. Да, нет, Попончики не зря. Попончики такие, вообще, просто додуматься надо. Нарисовать там. Смотрите, вон, бассейнчики такие. Вообще очень роскошно. Души, во! Закрытый дворик. Продолжаем подниматься в горочку. Заморочились со всеми. Заморочились, да, да, действительно, что заморочились с каждой деталью. Игорь, говорю, заморочились с каждой деталью практически. Да, необычно. Необычно. Сними свои кроксики, а то у тебя ноги мокрые. Снимай кроксики. Хочешь босиком идти? Ну мы немножко, пусть у него просохнет, а то у него мозоли уже натирают. Показывает, видишь, у него уже немножко есть. Классно, это очень полезно ходить по камням. Нет, ты свои кроки сама, и все. Мама. Нет. А, мам, ты чего? Ты такая хитрая вообще. Давай, папа понесет, да. Не, ну это не основная дорога. Да. Ого, это классная идея. Ох, смотри. А пляж, где живут фламинго, хочешь попасть? Да, а они же там живут? Нет, там не живут фламинго. Это я пошутил. Но здесь это все еще строится. Ты говоришь, вот у тебя есть дочка, если мы... Ага, с этими цветочками розовенькими или фиолетовыми какими-нибудь. Это здесь спуск к океану. А, нет, по дорожкам, вот сюда садик такой, спуск. С качельками. Эта дорожка, да, уходит дальше вниз к океанчику. Что, идем дальше? Да. Пойдем дальше, пойдем. Пахнет морем. Папа, дай мне кроксик. Здесь чем-то другим пахнет. Красиво, да? Очень красиво. В общем, дошли мы до конца этого городка, там идет строительство, нас туда дальше не впустили. Сейчас будем возвращаться к машине. Водостоки эти каменные тоже, да, сделали? Из камня выложили. Красиво очень. Отшельник, с собой весь дом свой несет.
На, подержи, потрогай. Да не бойся. Не, она не будет его трогать. Говорит, привет, Лиза, привет, привет. Аккуратно. Тут даже так сток для воды сделан, да? Да, то есть, чтобы ступеньки, которые только здесь, консольные ступеньки. А здесь вот эта вот дорожка, трейл, что сверху спускается, и вот сюда она идет, да, походу. Да, и они тут гуляют. Смотри, какие эти бассейнчики прямо сделаны на уровне, четкие ванны. Да. Здесь все подходно, стена разбавить. Сделано на уровне, да, со спуском, смотри, как прикольно. Ну-ка, давайте утопиться, может, завтра будет бескорочно, без ничего. Так классно, да. Там все сливаются. Здесь бы я пожила. Здесь бы все пожили. Да. Да, я тоже. Нет, тут все, да. Этот столики, кстати, здесь все делают. Это дерево гуанакасты, которое не пьет. Все, муравьи его не едят. Серьезно? Да. Бронебойное такое? Ну, типа красное дерево, так нет. Вот это то, что гуанакасты сделано. Здесь вот все ночью светится, в лампочках прикольно. Все светится, подсвечивается. Смотри, вот здесь вот именно прямо такой ряд лампочек идет. О, душ, смотри, слева. Где? Душ, а, душ, да. Прикольно. Они опресняются, потому что все в песке, и ты выходишь, тебя смывать. Красивая площадь, да? Не, ну, ребята, здесь видно дорого-богато. Старались, да? Да, сделано лакшери. Смотри, какой бассейн. Он в несколько такой уровней. Маленький. Там такой вишу, да. Мне тоже здесь хорошо. Да, такое ощущение классно. Лизок прилег в гамачок отдохнуть. А из нашего окна площадь видна. Интересно, названия улицы здесь нет, есть или еще просто не придумали? Тут написано, я читал, какие-то зоны есть. Как-то мы все работаем, стремимся к чему-то, да? И басик туда с выходом к морю. Камин? Он не слышит. А ну встаньте туда, с Лизой я сфотографирую. Я не буду. Давай нас поем. Мы гуляем здесь по улочкам этого городка, не можем насмотреться, нагуляться. Еще прям. Просто твоя мечта была. И при дворах, смотри, там в частный дом заходишь, в двор, бассейнчик бабуля, такой же. Бабуля, да. У всех висят такие колокольчики. Не, идем. Это сувенирный? Бабуля пошла. Ну а что бабуля? Ну это людям респект, что смогли такое построить здесь, такую красоту. А ничего, Игорь говорит, на этой территории не было, были просто голые джунгли.
здесь такое чувство, как не дымка в речи. А где ты, если не в Коста-Рике? Ну, наверное, в Испании, не знаю. Или Италия даже. Улочки так спускаются ступеньками, все вниз и вниз. Смотри, как круто, да? Ну все, мы закончили прогулку. Как раз начался дождь, сейчас пытаемся ехать на пляж. Так, мы приехали на пляж Ла Фламинго. Но идет дождь, небо заволочено тучами. Когда светит солнышко, это одно. Когда идет дождь и пасмурно, это другое. Но, тем не менее... Да, здесь пляж как бы с желтым песком. Люди есть на пляже, купаются люди. Ну и мы решили покупаться тоже. Лизок вот сидит, играет. Лизок, ты нормально все? Строишь башенку? Дождик идет, не мешает, не холодно тебе? Ну, отлично. О, отлично, молодец, смотри, какую башенку построила, да? Это что, Игорь, аж туда ушел? Чемпион? Дамы купаются в песочке. Вот такие волны. Йоу! Тихий океан, однако. Что самое интересное, что волны, да, большие, дождь идет. На улице тепло и вода теплая. И это все тот же Тихий океан, что и у нас возле Сан-Франциско. Но он вечно ледяной, а здесь тепло. Сила у океана, конечно, очень мощная. Даша попила пивка чуть-чуть, да? В общем, вот такая погода, ну мы купаемся. Все четко. Все четко? Так, ну, мы посетили пляж Ла Фламинго, покупались немножко. Теперь едем дальше вот по такой дороге. Игорь говорит, что это нормальная дорога. Ну, нам, по крайней мере, надо выехать хотя бы, я так понимаю, до центральной асфальтной дороги, да? Да, мы сейчас на асфальт выедем. Да, здесь вот едем по такой местной дороге, по нормальной местной дороге. Так, по дороге остановились, решили перекусить. Увидели интересное название «Шаверма энд гриль». Сейчас посмотрим, что там за шаверма. Сейчас будем перебегать, короче. Готовы? Погнали, погнали. Как не то? Вот вертель. Что? Вертель. Мясо. Вон он вертель. А, ест. Ну, а что он такой тупой? Что? Что? Eight. Yeah, gracias. Соломенный? Ой, соломенный, бамбуковый. Прямо на дороге нормально. Кушаем местную шаурму, она так и называется, шаурма, да? Шаварм. Шаварм. Is okay? Yes, yes. Thank you. You need something? No. Not yet. Я наоборот думаю, есть тут
А Лиза кусает картошечку? Да. Так, ну что, перекусили. Будем отправляться в сторону дома.